Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Нормально, что случилось? Проехать? Да. Здесь находится территориальный избирательный участок. Поэтому вы к нам на прямую приехать не можете, вы можете объехать этот участок с трех других направлений. Хорошо, я понял. Дальше. В школе номер 2 станицы Зеленчукской расположен один из 28 избирательных участков, которые будут открыты в районе в единый день голосования. Правда, подъехать к нему на машинах смогут только члены избирательной комиссии. В целях обеспечения безопасности 8 сентября экипажи ГИБДД ограничат движение по данному участку. Так что избирателям придется оставить свои автомобили неподалеку и последние 200 метров пройти пешком. Главная задача – регулирование дорожного движения и подъездных маршрутов к избирательным участкам. Зачастую сотрудники могут столкнуться с различными провокациями как со стороны водителей, так и со стороны пассажиров. Так возможны несанкционированные митинги, пикеты и иные предвыборные акции и попытки подкупа граждан. В единый день голосования за каждым экипажем ГИБДД будут закреплены свои маршруты для патрулирования. В первую очередь у тех избирательных участков, где ожидается большой наплыв голосующих. На дежурство в этот день инспекторы заступят ранним утром и посменно будут нести службу до подведения итогов голосования. 8 сентября тяжелый день для не только территориальной избирательной комиссии, всех избирательных комиссий, но и для органов, с которыми мы взаимодействуем. Это и органы МВД, и ФСБ, и прокуратура, а также вот ГАИ. Сотрудники ГАИ помогают обеспечить безопасность дорожного движения нашим членам избирательной комиссии. В течение самого дня голосования обеспечивают тоже безопасность и в пределах избирательного участка осуществляют перекрытие, где это необходимо, дорожного движения, чтобы не затруднять, скажем так, и не образовывалось большого скопления автомобилей, и избиратели могли спокойно, да, не переживая за свою там безопасность, иметь доступ к избирательному участку. Сотрудники ГИБДД просят жителей Карачаево-Черкесии заранее продумать свой маршрут в предстоящее воскресенье и с пониманием отнестись ко временным неудобствам на участках дорог, проходящих у избирательных участков, а также напоминают всем водителям и пешеходам о необходимости соблюдать правила дорожного движения, вне зависимости от даты на календаре. Дарья Назарова, Мурат Кемрюгов, Архыз 24.